опасный и прекрасный одновременно. Вулкан Килауэа на Гавайских островах снова активизировался. Один из кратеров начал активно извергать лаву, которая стекает на близлежащие леса. Масштабный лавовый поток наблюдается на восточном склоне горы. Свидетели говорят, что раскаленная масса за сутки продвинулась более чем на 800 метров в направлении района Иден-Рог, где проживает 450 человек. При этом пока угрозы жилым домам нет. Ученые также говорят, что в четверг под южным склоном горы были зафиксированы подземные толчки силой 3,8 балла по шкале Рихтера. Напомним, осенью прошлого года Килауэа начал извергать лаву в необычном направлении. Ранее она стекала по южному склону, однако в тот раз устремилась на северо-восток. В результате под угрозой полного уничтожения оказался поселок Пахоа. Раскаленный поток уже уничтожил некоторые жилые дома и кладбища. Отметим, Килауэа – один из самых активных вулканов в мире. Последний раз извергаться он начал 3 января 1983 года. С тех пор его активность не угасала. В фазу особой активности вулкан вступил в марте 2011-го. Часть территории, на которой находится Килауэа, входит в состав парка «Гавайские вулканы».